Подожди, у нас же здесь два их. А этот тоже зернул. Че этого утром? А? Ну это воду давит. Сидит? А куда он пошел? Камыш не мешает? Мал, малыш? Нет. По кустам катались. Паша хороший, да? Хороший. Ёшкин свет. Ты говорил, палку надо брать, Паша. Паша, 30 кг. А если там такой же? Вот такой вот. Сидит где? Паша. Я тебе говорил, дубинку надо брать. Ага. Здесь крючок маленький у нас. Паш, такой же, блядь. Ох, блядь. Как заебись сейчас с палочкой это было бы, а, Паша? Да. Грибу туда. Да. Не, этот... Вася. Паша, этот, этот по полю, по-моему. Маме. Красивый, желтый. Ребята, смотрите, что я нашел. Блин. Это, ребята, вишенка. Сейчас мы... Как не хочу. Мы что, сазанчика зря ездили, ловили, что ли? Смотри, какой хороший. Речной. Ой, блин. Смотри, какой. Нормально, обедный, да, Генг? Смотри, какой жирный. Сейчас мы его пожарим. А? Да, будешь кушать? Поймаем, в садок посадим. Конечно. Папа. Смотри. Шикарный. Опять кукуруза сработала, Паша. Медовая, да, наша, блин? Нормально. Паша, что-то у тебя дно, по-моему, подспустило, что ли? А? А вот здесь вначале, там, видел, зеленым замазан. Ну. Что, готовлю сковороду? Давай сейчас. А я буду ее дерзать. Нет. Мы его сейчас почистим. И все. А давай только мои ноги там чистим. Так. Что там такое? Так, а где мой фирменный ножик? Кто? Кукурузку же, ты же видел. Не, он траву не будет. Давай мы его сейчас успокоим, бросай. Бахнуть? Да, зачем?
Блин, где тут почистить-то лучше? Да почистить, говорю, где тут лучше? Не-а. Я его вот здесь вот сейчас бахну, наверное. Да. А моим ножиком что? Не почисти. Твоим ножиком? А что-то я, ты же видишь, чищу, как я отойду. Ты с другой стороны закидывай. А как мы приставим? Ну ты закинь, а потом поставишь и все. Вот, а теперь сюда иди и ставь. Нормальная рыбка. Ну. Ты видел, как быстро? Пошла. Да, тянул хорошо, да? Да не надо так ждать. Просто взял, а она пришла там. Точно. А, мне помочь почистить? Просто у меня ложки нашли. Можно ее отрезать вот так вот. Знаешь, что сделай? Там ведро вот это большое стоит с водой. Ты воду вылей оттуда, вот так переверни, а ведро сюда мне принеси. Подожди, Макар, тащи ведро. Ну все правильно, воду выливай, давай, а эту сюда мне неси. Давай, я сам начерплю, Макар. Давай. Так начерплю. Давай, спасибо. Вот так. Сейчас мы помоем. Рыбку. Ну. Она жила? Да. Покажи. А, свежая же у нас рыбка. Она живая? Так, сейчас мы распотрошим его. Ну, что отрезать надо? Что отрезать? Да ничего. Мозги. А? Мозг золотый? Нет. Ну а кушать как мы будем? Кушать будем мы его вкусно. Ну мы не кушаем. Вот, вот, все сделаем сейчас. И живот разрежем. И выпотрошим. Я тоже хочу. Ты резать будешь там, на порционные куски.
Блин, тут икры еще сколько. Офигеть. Паш, икра нужна? Давай пожаримся. Много, Ген? Да. Печень не выкидывай. Иди у папы эту возьми. Чашку какую-нибудь. Макар. Ака. А, ты идешь, Пашка? А ты печень не выкидывай. Смотри, стыки какие. Пузырь нужен? О, давай, я зажгу его ножиком. Зажгешь ножиком? Ну да. Вот сейчас Самяра придет кушать. А? Да, все уже, Пашка. Да. Сейчас жабры вытащу. Макар, осторожней с ножом. Вот эту вот штучку надо тоже вырезать. Горечь дает. Ну вот, у нас и есть обед. А вечерком опять костерик разожгем. Вечерком, говорю. Папа, знаешь? Фольги нету. Бля, надо фольгу купить одну толстую. Ген, есть толстая фольга. Запекать. Раз вот так на угли. Лучок, перец красненький тебе там какой-нибудь. Тоже как вариант, но... Болгарский. Вкусноти. Сейчас мы рыбу будем свежую есть. Ну, а вы смотрите, как мы ее будем кушать. Употреблять. Да, поглощать. Паш, сейчас это... Что-то жарко стало, блядь. Чего перемешал? А его вот так вот, Макар, можно раз, 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 раз. Ты соли насыпал туда? Я насыпал соль. А, насыпал? А, ну все тогда. Просто закрывай и перемешивай. Да, да, вот так. А там дырка. Где? Ну, а ты где дырку... Не мешай. Вот хороший помощник у нас. Растет. Растет рыбак. Ага, все, клади сюда. Я тоже хочу рыбку отрезать. Ну на. Держи. Нет, за хвост надо держать вот так вот. Ты держишь вот так и за хвост держишь и режешь. Папа, помнишь, как мы резали, сам был злой? Ага.
ну, помочь. Паша, стол сломаешь. Если у нас крепкий. Стол крепкий. Но он железный. Ну да. Ну и этот вот так тоже, вот так, чик, бросай. И вот этот, да. Нет, по это, вот так. Вот так, давай, пили. О, видишь, у него плавники шевелятся, смотри. Свежие. Ага, давай я дорублю. Макар. Давай я. Там кость большая. Давай. Она не живая. Пап, я пошел в руки. А вот ведерки мои. Вот ведро, Макар. Оба. Паша, ты почему не заценил, как я тебе голову разрезал? Как? А ты посмотри. Как я просил. А что ты делаешь? А то будешь опять говорить. Соль надо. Плохо сделал. Куда? Сюда рыбку садим. Все. Паша, у тебя где-то эта тряпочка была столовая. А что мне резать? А? Что тебе резать? А уже все порезали. Вот она. Где? Кусок это не ровнуть. Нет, у тебя же синяя какая-то была или бирюзовая была какая-то столовая. Вот. Нет, это вот это. А у тебя стол вчера чем ты вытирал? Чем не вытирал? Как не вытирал? Вытирал. Это же варварство. Белым вафельным полотенцем вытирать грязный стол, Паша. Ну как так можно? Ну, думайся просто, вот смысл вафельное, понимаешь? Ну. Вафельная, блин. Теперь она вон фуфельная стала. Тебе досочка нужна? Жарим-с или подождем чуть-чуть запитать? Не, пусть настоится. Сейчас. А мы можем пока чаю хлебануть, Паша. А чаю нету? А ты не стал, а? Макар, ну спасибо тебе за помощь. Хорошо. Так скворчит свежая рыба. Чё, помидоры давай просто на 4 части посолим, захаваем. Я это сейчас выброшу, воду принесу. Сделаем салатик. Не салатик, а чисто это, с рыбой поточить. Угу. Да? Аж слюни бегут. Такая вкусная пища.
помидоры желтые. Вот такие. Домашние, сладенькие, да, Гена? Обалденные. Паш, если это, на доску уже. Может, голову сначала? Да, сейчас смотрю, все. Сейчас экран начнет стрелять. Она сейчас, да, быш-быш начнет делать. Ее можно, как у фритюри, наклонить сковородку, чтобы она в маске. Она сейчас 2 секунды и все. И хвост. Макар, пошли рыбку кушать. Я же ему положил. А, ты дал ему уже? Да. Он лопает. Горячая, сейчас будет есть. Что, все этот, дозу помыть нужно. Сполоснуть ее. А то осы аж дуреют. Чистая. Вкусная, блядь. Да ты чё, точишь уже? Так я тебе говорю, он толстый, вот так жирный, блядь. Пиздец. Ну. Ну, мы сейчас попробуем. Приятного аппетита. Спасибо, Пашка, тебе. Все равно, блядь, только выловили, да? Пожарили. И с магазина покупаешь, они уже какие-то вялые. Холодильник отложенный. Но в заморозке лежат, сколько они там лежат. Откуда привезенные. Угу. Понятно. Угу. Обалдеть. Это просто вкуснотища. А икра сейчас вообще залетит, как это. Лишь бы оса в рот не залетела. Задолбали они. Макар, ты кушаешь? Ты икорки хочешь? Да. Ну, вкусно. Как раз без костей. Будешь? Что ты уронил там? Телефон, наверное, тебе.
карла стать может будет. Да, он кусочек ему оторвем. Блин, и шлепнуть-то их нечем, а? Задолбали. Невкусно. Невкусно? Что невкусно? Икра невкусная? Да. Почему? Ну, не ешь. Не убедишь. Оставь, мы сами съедим. Но. Мы ее потом попробуем. С папкой. Сука. Ой, вот там еще у него вот между вот этими вот прожилками прямо жир. Жир. Да. Я тебе говорю, жирная рыба. Я не знаю почему. Здесь вода что ли другая, корм другой. Корм его. Все-таки здесь кормовая база-то побольше вот в этой воде. Здесь да? Кормовая база, вода темная, ты же видел, мутная летом вообще прям аж как это. Она не мутная, она зеленая. Цветет. Ну, с чем-то идет, да. И толстолоб тоже такой же. Хвост разрезаешь, у него ж течет. Да. Этот, а там, считай, в копчегае она осаживается вся. И вниз идет уже такая чистая вода. Копчегая. Рыба тоже, кстати, жирная. Ну, здесь действительно сладкая, да, она? Сладкая, ну. Сладкая. Вкус вообще обалденный. Давай салат откроем. Такой. Будешь тебе? Лечу. Лечу. Его высыпать туда пошло. Тарелки все. Надо помыть было. Потом. Все похаваем. Шикарная. Посуду помоем. Там казанок надо помыть. Чашки. Мне неудобно вот этими пальцами брать. Ты это тут сюда отогни. Палец? Да. Ну так, да, привязать да. Его. Ну тоже можно. Реально. Сладкое. Угу. Залетает. Просто. Да, сынуля? Тогда рыба зажарится. Икра кипит, как вчерашний песок наш. Слушай, ну краснотал, конечно, горит. Краснотал горит, интересно. Да. Он чем-то на сравнении с аксаулом. Он огня мало, мало, но жар такой. И он разгорается конкретно.
убилась. Куда-то туда под стол улетела. Ну, еще одна. Ты кушаешь? Тряпку дай ему. Сейчас от рыбы прилипать начнут. Тряпка лучше. Китайцы там настроили 5 таких плотин, Гена, как у нас, Копчегай. Вот и воды нету. Полив идет. Вот этот проток, вот здесь же не было, вообще воды не было. Сухо. Она просто не текла. Песок. А сейчас посмотри, какая протока. Вот они подняли. Свои дела сделали. А нам как подачку. А нате. Заберите. Боже, да. Что нам. Нам пока не надо. Забирайте. 1,5 метра. Это не по берегу, а в высоту. Чирынку перебило. Ты помнишь, мы плавали, берег какой был? Да. Сейчас чирынку перебило. Вот это проток, это или идет. Вот так вот. А эти сидят, молчат. Папа, я так и не могу развести. Почему? Сколько можешь, столько кушай. Он говорит, так и не могу. Горячее, что ли, для чего? Нет, много. Угу.